Я в последнее время играю как какой-то задрот просто. Нереальный задрот. Давай, короче, я после стрима буду уходить, скажу название. Я буду еще немного шпилить, поэтому дам название, хорошо? А то я превращаюсь. Я как помню, когда раньше задротил, когда очень много шпилил. И сейчас в последнее время у меня стримы какие-то пиздец долгие. А у старого треша завтра. Плечи будем делать с пацанами. Давайте вот такой он. Стоит дороже всех. Наверное, ебет, раз такой дорогой. Я хз. Я не знаю, что он вообще, как он бьет. Пистолет, зачем? Не, я с Мосины буду всех убивать. Зачем песня? Я вырычи, дядька, здорово. Давно тебя не видел. Приветище. Спасибо, что завалился. Старый уже и забыл, что у меня есть. Кивырычи на канале. В последнее время так редко забегаешь. Очень рад, что находишь время на стримы. Хотя бы иногда приходишь. Она не вскидывается вообще. Это жестко. Работай, я ебу, паха. Понял. Кивырычи, ну это хорошо, бро. Когда много работы, это круто. На самом деле, поэтому все ништяк. Я думаю, впереди еще зима, холода. Будешь чаще заходить. Рад тебя видеть. Спасибо огромное. Братишка! Там еще один есть. Он спрятался, да, конечно? Кто не спрятался, я не виноват. Чего? Куда он ушел? Чат, кто понял, куда тип ушел? Ой-ой-ой, у меня потери пакетов. Охуеть какие. Сервак лег, прикиньте. Нормально было, работало. Сейчас давайте с другой стороны пойдем. Не, это... Здесь я не сыграю. Потери пакетов просто конские. Сейчас любой пик плечом минус я. О, все, попустился. Попустился. Появился. Ебать, контуженный сервак. Он здесь слева стоит. Я здесь не сыграю, только дальний бой. Если я подпушу, он меня разъебет. Давайте накинем. Но мне торба здесь. Он мне два раза не даст стрельнуть. Ёбаный рот! Это вот казино! Блядь! Страшный сервак. Так он работает. Там еще двое. Да, это было два чела, я их убил. Оно так работает, когда такие рассинхроны. Главное быстро хэд дать. Тогда их не урон не сильно зарегает в тебя. Главное очень быстро его убить. Моим бивнем походу. О, сервак попустило, порядок. Бери вал, да не, вал не хочу. Это наша точка! Батяра подошел. Они походу по-прежнему там. Есть звук справа. Не вижу его. Ебать, там штрихи, конечно. Я ебу там уебало, на. Один выстрел, да? Убил одного. Кае. Фонарик. Попал, он ушел. Спать, сука! Ебало слетело у меня. Но это похуй. Если бы я не орал спать, наверное, бы успел бы, да? Не, успею. У меня кровоток ебет. Дядя, аптечку дай, умираю. Я же говорю, ребят, опытный игрок в Таркове разъебет чего угодно. Я всегда это говорю и миллиард раз доказываю.
Что ли, если ты старик равен, то тебе похуй на оружие. Ты просто ёбнешь чего угодно. Рук нету, ног нету. Башка вытекла. Вот этому я хорошенько дал. Два в рудак. Он такой на меня выходить собрался. Я ему две в грудь послал. Нихуя он вкусный. Все, будем уходить. Как ты без башки живешь? Бах? Нет. Просто башка вытекла от кровотечения. Это не бах. Походу я типа взорвал. Или нет, не знаю, валяется еще чел. Я умру, если получу хотя бы какой-то дымах. Любой дымах. Я умираю. Если у меня обезвоживание, умираю. Если у меня энергии не будет, умираю. Если у меня будет еще один кровоток, умираю. Получаю урон, умираю. Я от всего умираю. Но если по мне никто стрелять не будет, то у меня башка вытекла, я буду жить. Фу. Ебать, нервный рейд. Как я такое затащил, я вообще не знаю. Вот, ребят, минус 5 с Мосинки. Пойдет? По-моему, охуенно. Ну, там двоих я убил, когда они баганулись. Ну, я тогда тоже мог умереть, просто их быстро убил. Короче, там было два типа, когда я на них вышел. Вот, они реально баганулись. Ну, как я там, у меня были потери пакетов на сервере. Если бы я их сразу не щелкнул, мне потом дорегало бы урон, мы бы друг друга бы убили. Поэтому я их быстро убил, и урон не успел дорегать. Вот, поэтому я вообще выжил в той ситуации. Но рейд прикольный вышел, согласитесь. Так, пацаны, если вам понравился этот ролик, если вам понравилось, как Арвен разъебал с Мосины, поставь, пожалуйста, лайк, вот. Поставь лайк на канал, заходи ко мне на мой Twitch. Я постоянно, короче, у меня проходят постоянно стримы, братуха. Я жду именно тебя, заходи. Буду рад видеть, да, жду.